Пардон, мадам. Профессор кислых щей у себя. Кто? Устраивайся поудобнее. Закрой глаза. Почувствуй свое тело. Почувствовала? Чувствую, как моя задница затекла. Один живешь? Да. Жены нет? Да нет. Любовницы, девушки? Да вроде не видел. Ты задрот. Скорее всего, мастурбируешь. Я тебя за язык не тянула. Жаль, конечно. Хочешь погладить моего трышечка? Чего усматриваем? Сосет мой. Я думала, он задрот, он по клинику. Не отвлекаю. У тебя что, проблемы с невымеченной сексуальной энергией, да? У меня нет проблем. Сейчас будут. Козел. Виталий, ты чувствуешь? Чё? Любовные флюиды начинают заполнять это пространство. И сейчас иди в мою комнату и расправляй постель. Что? Ну я не в этом смысле, я тебе еду принесу. Это что, твоя девушка? Парни, тут не фонтан, я тебе скажу. Глаза не сломаешь? Я пялился, что? Да я тебя прибью, урод! Только не на силу, умоляю. Дебил. Артур. Артурчик все знает. Ты когда-нибудь был в таком месте, куда приходишь, видишь кого-нибудь идиота? Ну вот, дебилы просто. И ты здесь, что ли? Извини, я сейчас могу разговаривать. Сказали, что придурков на вечеринке не будет. Ты поворачиваешься и выискиваешь взгляд на кого-то нормального. Но... А поехали. Там все такие же дебилы. Сейчас разберусь. Я будто выпал из сна, а тут другая весна.